Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами играть в Sheltered и проходить его, это второй сезон. Мы продолжаем. Давайте отправим сразу же, наверное, начнем экспедицию, да? Так, Джо пойдет, ну и как всегда, Мишонька. Только куда пойдут, я еще пока что не знаю, конечно. Так, здесь мы были 21 день назад, 5 дней назад, 27 дней назад. Недалеко, конечно, ходить, но... Здесь вот мы были как-то, и что-то совсем плоховато, если честно. Брукдич вообще что-то у нас какой-то не вещевой совсем. Сейчас посмотрим, где мы не были еще. Так, тут у нас был в прошлой серии газ. Тим-пам-пам-пам-пам. Грубиян неизвестно. Робкий сосед 21 день назад. Ну, давайте, наверное, отправимся вот сюда. Витолм, Истхолм и Нортнес. Блин, пока еще выговоришь эти названия городов. Это какая-то жесть. Да, водичка у нас потихонечку набирается. Я думаю, что мы с вами пойдем вот так в школу. А потом пойдем, наверное, вот так. Так, сюда, бэмц, 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 бэмц. И захватить, конечно, было бы неплохо еще вот здесь, вот все вот эти здания. Пам-пам-пам. Да, 71 получается, да? 4 дня назад очищение. Вроде бы как хватит нам и... Ага. Ладно, робкий сосед пока что потерпит. Да? И, кстати, я пару серий тому назад, друзья, обещал вам радиолокацию, радиовещание проверять. Сейчас, наверное, этим всем займется кто-то из наших детишек. Мия будет это или газ... Сейчас посмотрим, у кого, кто лучше себя чувствует. Потому что это занятие довольно-таки долгое и занимает довольно много времени. Хорошо, подтвердить, подтвердить. Спасибо. У нас есть куча масок. И огнестрельное оружие. Почему ты не берешь? Потому что у нас патронов нет. Оружейные патроны, конечно, 4 штучки есть, но этого не хватит. Ну, чтобы встретиться с кем-то, да? На... правах силы. Топорик, топорик, топорик. Давайте, наверное, топорик. Вот так, хорошо. Мишонь. Возьмешь, как всегда, вот это. И, наверное, возьмешь тоже топор. Хорошо. Все, отправляйтесь. Да, Мия, 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 Мия. Мия, Мия, я. Давай-ка ложись в спадки. Газ. Газ у нас съест мясо и, наверное, примется за наш радиопередатчик. Дождик идет. Водичка сейчас у нас восполнится, ту, которую мы с вами используем. Хотя бы до 120, да? 121 у нас, по-моему, было, когда мы их отправляли. И было бы неплохо, конечно же, еще... забрать вот этого кролика. Газ-то покушал? Да, он покушал, хорошо. Добавь топливо, пожалуйста. Петель у нас нет, друзья. Нет шерсти, нет петель. И это очень плохо. Потому как мы даже улучшить до... наш кислородный фильтр не можем, чтобы у нас поместилось 6 человек. И еще, кроме того... О, петелька, спасибо. Так, металл. Ага, это у нас есть. Линзы забираем. И транзисторов куча. Хорошо, погнали дальше. Газ. Газ возьмись, пожалуйста, за сканирование радиочастот.
Ты вроде бы как готов. Надеюсь, ты не отключишься, да? Потому как он наполовину сонный. Мия выспалась, полна сил. Покушай, пожалуйста, мяско. И, наверное, приберешься. Хотя нет, погоди. Ты сначала приберешься, а потом покушаешь мяско. Вот так. День 66. Рассадничек мы с вами в прошлой серии поставили, да? И в позапрошлой, по-моему, конденсатор. Парень мне один написал в комментариях. Говорит, кто такой Пит? Пит — это наш питомец. Питон. Поэтому его звать Пит. И это питон. Наш питомец. Он у нас вот здесь, вот в террариуме находится. Это так. Специально для него, если он будет смотреть. Подключиться? Нет, не будем подключаться. Я, если честно, вот хочу достичь какого-то, действительно, чтобы у нас было какое-то оружие, какая-то защита и намного больше силы. Чтобы потом уже сталкиваться и наводить порядки. А, да, как вот в ходячих, допустим. Со всякими бандами сражаться и... диктовать им, что мы тоже имеем право на сосуществование и лучше с нами считаться. Чем я сейчас просто буду рисковать с нашей семьей. Когда у нас появится, конечно, 6 человек, я уже буду отправлять их как-то сражаться, так что мне не будет их особо не жалко. Ну и тоже, конечно, нужно быть избирательным, мы уже об этом говорили с вами в предыдущей серии. Так, газ довольно быстро справляется, смотрите-ка. Прикольно. Только опять же нужно Мия нам убраться. Так, осмотреть место. Сканирование радиочастот не принесло никакой информации. Хорошо. Значит, не наш день, да? Хотя на 66-й вроде бы как уже какой-то должен был быть результат. Но нет. Но нет. Так, кислородный фильтр в порядке, водяной фильтр тоже в порядке. Пока не будем выбираться туда. Я вот, если честно, не помню, что у нас... тихо. Ты не ходи никуда, пожалуйста. Проверить... А, у нас... мы же шину нашли с вами, да? По-моему, только одну. Можно будет добавить ее сюда тоже. Как вы видите, кто не смотрел предыдущие серии, обязательно посмотрите. Мы нашли с вами распределитель, тросик сцепления, генератор и одну шину. Одну шину потом мы поставим чуть позже, когда выйдет наша Мия или наш газ чинить кислородный водный фильтр. И будет забирать, наверное, кролика. Кроме того, мясо живое у нас стоит, оно никуда не денется. И у нас останется буквально 3 шины, аккумулятор, свеча зажигания, стартер и ремень вентилятора. Хотя навряд ли, конечно, мы так быстро это сможем раздобыть. Так, покорми, пожалуйста. Главное, сейчас нам нужно петли разыскать. Петли и шерсть. Потому как нам их не хватает просто очень. И трубы. Кроме всего прочего. Так, жрачка у нас есть. Давайте возьмем, наверное... провода, электрическую плату и одну трубу. Больше вроде бы как ничего, да? Канистры бензина 23 и сухого пайка у нас 68. Кроме того, у нас почти 20 мяса. И еще сверху где-то около десятка стоит. Ничего такого мы брать с собой не будем. Точек будем посещать, конечно, довольно много. Так что... давай, Мия. Быстренько хлоп. Молодец. Как она быстро и эффективно все чинит. Просто замечательно. И у нас остается буквально два еще найти инструмента. Для полного, как говорится, счастья. А, газ.
Газ, наверное, сходи в туалетик. Да, я вас слушаю. Книга. Книга берем. Поломанное радио. Давайте возьмем, наверное, все. Так, плата, лампочка и вентиль. Давно вентиль тоже не попадался. Подтвердить, хорошо. Газ, сходи в туалетик. Черный дождь. Черный дождь, черный дождь. А, вот и семена очередные. Хорошо. Так, йента мы берем. Шерсть. Неужели? Ведра тоже, наверное, все возьмем. Ага. Плиту бы я, конечно, хорошую поставил, но опять же у нас не хватает петель. Так, забирай, забирай. Вентиль забираем. Гвоздь тоже, пружину. Нейлон. Нейлон. Да, спасибо, друзья, кстати, что подсказали мне насчет манекена. То есть, когда мы соберем манекен, это будет типа один из квестов. Задание, собрать манекен. Я вот уже не знаю, у нас 20 из 32. Может, башку взять? Мы находили с вами ноги, руки и башку. А вот насчет туловища я даже не знаю, где его искать. Видимо, где-то оно есть, но довольно далеко. Или где-то спрятано, зарыто. В каких-то канализации, может, валяется, не знаю. Может, кто-то его как пугало использует. Будем посмотреть. Не обещаю, конечно, что это будет довольно скоро. Опять же. Так, газ, быстрее, быстрее, быстрее. Водичку выпивай. Пока она сильно не загрязнилась, я тебя очень прошу. Быстрее. Планшетик, давайте посмотрим, что у нас в каком состоянии. Водяной фильтр 38, кислородный 43. Ну, в принципе, может еще потерпеть. Чуть-чуть буквально. Так, собрать водичку. 9 из 10. Все, окей. А вот и нога. Нога, 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 нога. Где твоя нога? Там, где и рука. Есть 12 цемента. Возьмем. Если что, можно будет обменять. Меняльщики что-то давно не приходят к нам. Почва сухая, полить. Интересно, а если загрязненность вот эта... Ну, сейчас посмотрим, в общем, ладно. Ага, Пит уже голодный, уже шипит. Вроде бы как. А, металл, хорошо. Клещи у нас есть. Доска, маска. Две банки краски. Заберем и рубильник тоже заберем, наверное. Да? Выключатель тоже пускай будет. Так, что происходит? Не хватает. Угу, понял. Добавим сейчас. Нет. Пит чувствует себя отлично. Почему он шипит? Ну ладно, пускай шипит. Почва влажная, все окей. Солнечная панель 83%. Дождь довольно такой затяжной, да? Уже 2 дня практически идет. Так. Аптечки забираем. Петля. Угу. Антибиотики 5. Успокоительное 4. Антибиотики тоже заберем. И успокоительное мы вроде бы как... Хотя, может, еще и встретим какую-то маленькую аптечку, да? Возьмем. Пускай будет. Сейчас надо воду посмотреть, сколько. 190, максимальное количество воды. Просто офигеть. Можно, значит, перемотать.
Ага, краска, резина, хорошо, книжечка, цементик, чудненько. Так, забираем пластик, тоже хорошо. Еще две книги и рука манекена. Вот сейчас на данное время было бы уже голова, рука и нога, да? Но, видимо, нам нужно две руки, две ноги, туловище и одну башку. А может и две башки. Может их нужно пять. Не знаю. Пока что. Посмотрим. Чуть попозже. Так, хорошо. Мия, я думаю, что нет. Наверное, газ отправится у нас. Возьмет костюмчик. Давай быстрей. Ускользнуть. Так, добавим детали. Починим водяной фильтр. 190 воды. Вот было бы сейчас у нас, допустим, да, два еще человека. И сколько они там доверия, я не помню. По-моему, неделю нужно, чтобы доверие к ним появилось. Или сколько? Я бы сейчас их отправил на вторую экспедицию, так как масок у нас много. И тем не менее у нас 68-й день. Кто-то такой. Ричард. Ричард погрызанный такой. И Эрик. Тоже, видимо, убегал через кусты какие-то, да? Или кто-то пытался как минимум его сожрать. Ла-л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 а. Предохранителя у нас тоже не хватает. Так, и тут вроде бы как все. А радио я могу взять? Ага. Сразу три штуки, да? Максимально пять. Значит, не будем больше брать. Так, газ чинить. Кролик пускай висит, я думаю, пока что. Никуда не денется. Ничего с ним не случится. Было бы хорошо, чтобы ты попила, Мия. Но ты, наверное, ляжешь, поспишь. Так, гвозди, труба. Хорошо. Еду я вообще, как вы заметили, не буду брать, потому что у нас ее 70, еще и мясо куча. А, газ, верни костюмчик, спасибо. Батарейка. А вот еще антибиотики. Так, ну это все мы, конечно, заберем. Сколько у нас там на аптечек? Еще одна влезет, да? Да, и антибиотик заберем. Антирадиационных таблеток у нас 14. Их всегда, конечно, не хватает, но думаю, пока что мы откажемся от этого добра. Можно будет батарейку, кстати, взять. Хорошо. Мия выспалась, и все чудесно, да? Мия хочет попить водички. Попей водички, а потом сходишь, наверное, в туалетик. В тубзаблетик. Маска. Еще семена. Еще семена, еще семена, лампочка, и все. А где вы есть вообще? Давайте посмотрим, где они есть. Ага. Это они сейчас уже будут возвращаться. Блин, так быстро обошли. Ну, я, конечно, не хотел ни в какие конфронтации ни с кем вступать. Ускользнуть или заняться этим лучшая пока что стратегия, как мне кажется. Конечно, я понимаю, друзья, вам хочется какого-то экшона, чтобы там нервишки как-то подрыгались, да, попрыгали. Все это у нас впереди, поверьте.
Пока просто у нас, ну, как я уже и говорил, пока у нас не хватает. Собрать посев? Посев собран, следующие предметы были получены. 4 жрачки и одно семя. Прикольно. Посадить. И полить. Пневматический молоток. Есть такой. Стамеска. Опа, погоди. По-моему... Ага, трещотка и отвертка, да? У нас есть, а стамески вроде бы как нет. На что тебя поменять, стамеска? Семена тоже пригодятся, конечно же. На чё б тебе такое поменять? Они сейчас вернутся, успокоительное одно, я думаю, что нерезонно, да? Давайте лучше возьмем стамеску. Так, сколько у нас книг? 5. Так, краска, краска, краска. Еще одна влезет. Хорошо, это заберем, это заберем, это заберем, это заберем. И предохранитель. Вроде бы как все, да? Школа какая забористая, да? С двумя пневматическими молотками. Кормим. Блин, классно. Получается, один рассадник нам приносит одно семь. Ну, скорее всего, где-то 5 максимум, да, или сколько. Сухих пайков. И 2 или 3, наверное, семян. А, довольно прикольно, кстати. И нормально так для 4 человек. А если нас будет 5 или 6, то надо будет, конечно, еще один рассадничек поставить. Так, краска, батарейка. Вот, хорошо, теперь у нас есть 2 батареечки. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Грампластинка нам вообще нафиг не нужна. Да. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Смотреть планшетик. Че у нас, да как? Все нормалды. Все отлично нормалды. Сколько у нас там петель? Мы буквально 2 петли принесем, да? Это на еще одно укрытие. День 69-й. Так, плита, маска. Опаньки, хорошо. Шерсть, ну почему ты... Тебя так мало везде, ну... Что это такое? Какое-то наказание, блин, с этой шерстью. Мотор. Мы брали мотор? По-моему, брали. Да, 2 мотора, 3 мотора. Очередная нога манекена. Что ж так печально, блин, с шестью, с петлями и с трубами. Веревок у нас 34. А вот как-то со всем остальным не очень. Так, труба, это все уже нам не влезет. Большую сумку бы сделать. Ну, давайте посмотрим, можем ли мы создать большую сумку. Да. Можем, но потратим весь нейлон. А почему я ее не создал? Думал еще в предыдущей серии это сделать, и как-то вылетело из головы. Ну, ладно.
Три лампочки, три ведра, пять древесины. Еще один рассадничек можно поставить. Ну, по два, по три уже, конечно, это будет, опять же, довольно скоро. В будущем. Тут все мычит. И у нас, кстати, вы заметили, да? Третий заяц, по-моему, пробегает. Дэниел. Ты где глаз потерял? Что случилось? Ты к нам? Нет, он мимо. Окей. Опять дождь. Опять куча воды, блин. Хоть бери прямо сейчас и на вторую вылазку иди. Но если есть вода, то можно принять душик, конечно. Было бы неплохо, да? А Мия неплохо было бы, конечно, перекусить. То сейчас придут наши путешественники голодные, как собаки. Будут есть, будут мыться, будут пить. Походу, они уже возвращаются. День 70-й. Доски хорошо. Вентиль отлично. Уголь пока что не будем брать. И очередная нога. Вот и все, что было, да? Где вы есть? Да, все, они уже на пути к дому. Ближе к дому, ближе к дому. К дому ближе будь. Плохая плита 55, 56, конденсатор 55. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Газ. Газ попей водички, наверное, да? И сходишь в туалетик. Хорошо, Мия тоже водички попьет. Вот и вернулись наши путешественники. Сразу надо переключиться и их отправить в душик. Потому что воды у нас дофига. Дофига, дофига, дофигунечки. Восприятие 11. 112. Да, 91. Блин. Надо будет скоро нашу кладовую увеличивать. Не забыть, конечно, это сделать. Так, стой, 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 погоди, погоди, погоди. Принять душ. Стой, 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 Мишоня. Мишонька, погуляй пока. Погуляй, я тебя очень прошу. Погуляй, говорю. Да мыться сейчас пойдешь. Так. Вот, отлично. Так, теперь Джо, скушай мяско. И ляжешь с полным желудком, чистенький, помытенький, спадки. Правильно? Правильно. Польем. Я просто пытаюсь найти открытый что? Майк Марочек. Майк Марочек. Прикольный такой чувачок, да? Он вроде бы нормального такого цвета, у него кожа и прилично одет. Можно было бы, конечно, его пригласить к нам. Если он захочет. Нет, он не захотел, прошел мимо. Видимо, он и так справляется, да, если опрятный. Он чувствует себя в своей тарелке. На пустошах. Мия спадки. Мишонь. Мишонь помылась. Молодец. Скушай мяско, пожалуйста. Газ приберется немножко в нашем укрытии.
Покормит Пита и починит душик. Опять водичка, все еще водичка, почва влажная, все нормально. Хорошо, друзья, на этом я закончу. Пока что у нас все идет плавненько, стабильненько, чудненько, чудесненько, расчудесненько. Увидимся с вами в следующей серии. Ссылка на плейлисты, на ранний доступ прохождения и на прохождение версии 1.0. Второй сезон. И еще куча всего, куча плейлистов, в общем, найдете в описании под видео. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И мы увидимся с вами в следующей серии. Обязательно. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока.